Я Савченков Андрей Владимирович, я президент клуба спортивно-патриотический клуб «Витязь». Клуб основан в 2020 году, в феврале, в начале года. К сожалению, начиналась как раз пандемия, но он выжил и процветает. Ну, в клубе занимаются порядка от 80 до 100 человек. Клуб, в принципе, занимается с детьми, прежде всего, спортивной школы Свердловского района, со студентами колледжа Олимпийского резерва, ну, в принципе, с теми ребятами, которые у меня тренируются. Мы выступаем на соревнованиях городского плана, регионального, всероссийского уровня. На данный момент мы проводим соревнования международные. Они, правда, сейчас в ЕКП не числятся, но на следующий год мы уже хотим его включить в единый календарный план, как международный турнир. На данный момент к нам приезжают уже белорусы и казахи, а на следующий год мы хотим подключить Китай, узбеков, Армению. Можно приводить с 7 лет, раньше бы не рекомендовал. Мы должны развить в ребенке желание заниматься спортом и координацию. 90% старших ребят у нас находятся в сборной Пермского края. То есть, ну, единицы не попадают туда в силу своей большей занятости в школе. Есть ребята, которые стали призерами федеральных округов. Хлабостов Иван у нас призер чемпионата России. Это единственный представитель Пермского края за последние 15 лет, кто смог попасть в сборную России среди взрослых спортсменов. Здравствуйте, меня зовут Хлабостов Иван Андреевич, я мастер спорта по греко-римской борьбе. Занимаюсь борьбой уже более 15 лет, являюсь призером чемпионатов России. Пермь с России. Живу в микрорайоне Запруд города Перми. Там же живет мой тренер. Однажды он пришел в школу, пригласил меня заниматься борьбой, что меня особо и повлекло. Как-то с детства я затянулся. Ну, самое главное для спортсмена – это, естественно, его дисциплина, сон, питание, режим, чтобы все было сгармонировано правильно, во-первых. Во-вторых, нужно слушать тренера и уважать. Потому что тренер никогда тебе ничего плохого не скажет, только хорошее. И в-третьих, пахать за четверых, за пятерых, за скольких можешь. То есть талант – это единица, про 1% твоего успеха. Все остальное – это чисто твой труд, работа. Всех желающих я приглашаю заниматься в клуб СПК «Витязь» к опытному тренеру Андрею Владимировичу. Становитесь такими же сильными, как мы, и успешными. Приходите.